Всероссийский день отца, можно сказать, рождался в этих операционных. В 2018-м уролог Роман Алиев в составе команды врачей в Москве говорил, что этот праздник необходим. Упор он делал и на медицинскую сторону вопроса – мужское здоровье и мужское бесплодие. Три места, откуда идет забор. То есть мы непосредственно набираем питательную среду. Этому мужчине 29, у него тяжелая форма бесплодия, когда семя не содержит сперматозоидов. Последние 2 года обследовали только его супругу, а причина оказалась в нем. Именно он подходит под 30% – это бесплодие неясного генеза. Почему? Потому что у него, в том-то и дело, что весь гормональный фон абсолютно нормальный. Но шанс есть и у таких пациентов. Для этого в краевой клинической проводят многоуровневую операцию. Первый этап – вскрыть мошонку пациента. Я поставил насечки гравитационные для того, чтобы, когда мы сейчас будем делать разрез, чтобы нам операционное поле не заливало кровью, потому что нам нужны содержимые семенных канальчиков. В кусочках биоматериалов в теории должны быть и сперматозоиды. По словам врачей, за 2020 в Академию мужского здоровья обратилось 4500 пациентов. Бесплодие диагностировали 1/5. Кроме скрытых причин, это происходит из-за генетики, травм, воспалений, инфекций. Но помогать сильному полу стать папами стало проще с появлением Академии. В самых тяжелых случаях отправляют сюда. Сперматозоид найден. Материал потенциального папы исследуют в центре ЭКО. И начинается второй этап операции «Стать родителями». В это же время мы забирали материал, то есть ооциты, у супруги. Будет происходить оплодотворение. На 5-е сутки мы надеемся, что мы перенесем эмбриона, который даст беременность. По словам врачей, такие операции на стыке андрологии и урологии позволяют и лечить, и выявлять мужские заболевания, например, рак. Чтобы выявить всю картину, Академия проводит масштабные исследования. А что касается нашей пары, у мужчины есть еще 2 запасных шанса на операцию. Если чудо не случится, можно прибегнуть к донорству. Первый результат – те, кто желают стать мамой и папой, узнают через 5 дней. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».